Маитай мята. Сегодня день наполнен маитой, которая так глубоко внутри, что кажется порою, что ты умер, ты замер на кровати, ты лежишь и чувствуешь распластанность свою и сильное долженствование дать этому внутри пройти свои пути, пока так растревожен этот рой из лоскутов тумана, их разноцветий, плотности иную каждого и разноскоростного движения, вернуться на круги своя, чтобы установить покой и равновесие, что мята серебристо-серым своим шалфей сплетает ароматом канву тумана в полотно и свежестью своей, нет, мята, кидает покрывало на внутри весенней порослью, воспрявший дух маята и мята.